Друзья, наши гости, мы с удовольствием вам представляем народный самодеятельный коллектив, танцевальный коллектив «Вдохновение» Красноярского дворца труда и согласия. Что они для нас приготовили? Богемскую, не рапсодию, как подумали многие, богемскую польку. Давайте посмотрим. Большое спасибо, дорогие друзья. Вот, боже упаси, назвать вас людьми, не дай бог, преклонного возраста или людей старшего поколения. Я скажу так, люди элегантного возраста. Поэтому хочу спросить, кто из вас в самом элегантном возрасте? Вы. Я угадал. Здравствуйте. Добрый вечер, доброе утро. Как вам заниматься танцами? Ой, прекрасно. Это влияет хорошо, во-первых, на здоровье. Во-вторых, ты уже как бы адаптируешься, знаешь, что тебе идти надо, дисциплинируешься, как говорится. Вот я приглашаю всех мужчин прийти к нам в ДК труда и согласия, заняться танцами, они оздоровятся и будут прекрасными и непожилыми. А сколько вам лет, если не секрет? Мне вот исполнилось 74. Вау! Да. Скажите, а у вас есть какое-то хореографическое образование вообще в коллективе? Нет, я всю жизнь работал на заводе, 45 лет. Да ладно? И только в 67 пришел вот Бабиновой Татьяне Федоровне. А почему стали заниматься? Потому что времени стало больше? Или просто... Да трудно сказать. Писал стихи, и литераторы меня пригласили на бал. Вот так я и попал в коллектив. Прекрасно, прекрасно. Ну, а когда начинаете работать, когда ближайший концерт, проанонсируйте немножко. Ну, вот пока еще программа не составлена, но у нас бал осень намечается. Я думаю, что мы достойно подготовимся к этому балу. Друзья мои, у вас в репертуаре исключительно танцевальная программа? Может быть, песни, может быть, еще какие-то вот творческие направления? Нет, когда мы проводим балы, у нас и участвует даже с оперного коллектива «Орфей», люди поют здорово очень, кто-то читает стихи, то есть мы как бы разнообразны. Понятно, если позволите, можно микрофончик кому-нибудь из прекрасной половины вашего коллектива? Нам необходимо знать женскую точку зрения. Скажите, испытываете вы дефицит в элегантных мужчинах? Я знаю, что танцевальные коллективы мужчины посещают неохотно. К сожалению, это действительно так. Нам действительно не хватает мужчин. Это очень жаль. Где вы их берете и какими сетями заманиваете? Как правило, дамы приводят партнеров. Со своим, так сказать, самоваром. Понимаю. Да, совершенно верно. Понимаю. Скажите, как вы формируете танцевальную программу, поскольку, исходя, опять же, из особенностей организма, это возраст, далеко не все жанры доступны. Но там вот всякие тиктоки уже, наверное, сложновато, да и не надо, не наша эта история. Вы не поверите, и рок-н-ролл танцуем. И рок-н-ролл? Да. Слушайте, я уже себе не могу этого позволить. Чарльстон, шимми. У нас есть современное направление 20-х годов. Это превосходно, это превосходно. Как относятся ваши семьи к этому? Дети осуждают или наоборот что-то рекомендуют? Ну что вы, совершенно счастливы. Мой супруг тоже танцует.
Это замечательно. Большое вам спасибо. И все-таки, когда нам надеяться на новую встречу? Может быть, после того, как сформируете концертную программу, у вас всегда во Дворце труда проходят концерты или какие-то выездные модели? Нет, нас приглашают. Мы и в малом концертном танцуем, мы на прочих площадках танцуем. Выступлений у нас очень много. Ну и можете рассчитывать на нашу площадку в любое время. Вы всегда желанные гости в нашей программе. Мы очень благодарны вам. И вам большое спасибо. Вы, безусловно, украшение этого утра в утре на Енисей. Коллектив вдохновения, Inspiration, как сказали бы наши западные партнеры, был у нас в гостях. А Андрей Бабуриза готов представить выпуск новостей. Андрей, тебе слово.